Сделать фото на память с золотым человеком или позабавиться с ростовой куклой и командой аниматоров, нанести ультрамодный аквагрим или принять участие в кулинарном мастер-классе. Все это для детей, которых еще называют солнечными. У них есть проблемы со здоровьем, а еще есть взрослые, которые объединяются и делают все, чтобы ребята забыли о своих болезнях. И надо сказать, это удается, даже если касается того, что происходит за рамками фестиваля в обычной жизни. На протяжении 10 лет мы пытались изменить отношение людей к проблемам инклюзии, отношение людей к деткам с особенностями. Нам это удается. Раньше от непонимания, невосприятия, в какой-то степени желания отгородиться от этих проблем, постепенно и специалисты, и родители, и в целом общество начинает поворачиваться к этой проблеме и открываться. Работать, не стесняться, и не только говорить, но и делать. 450 участников у нас всех, это родители, педагоги, ребята из общеобразовательных школ, из центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, ребята со школ-интернатов. Цель фестиваля – объединить абсолютно всех, объединить на такой инклюзивной площадке, где ребята могут, наверное, похвастаться своими успехами, поделиться своим творческим опытом, потому что они очень готовятся, трепетно готовятся к этому фестивалю. В ЦМТ собрались уникальные дети. Валентина и Оксана точно знают. Сегодня будут песни и танцы, а значит, у них есть шанс вновь показать свой талант. Это наши традиционные гости из Луцка. Я приехала из Луцка, сюда были в Россию выступать. А чем удивляешь? Каким номером? Номером полонез. Ты переживаешь или нет? Я призываю. Хорошо хочешь выступить, да, наверное? Да. А сколько подготавливала вообще свой номер? Вот сколько костюм продумывала? Думала, что гарно зробили платье. И я гарно выступала. Я не призывала, а гарно выступала. Здесь тебе нравится? Нравится. А что больше всего? И больше 7 друзей. Друзей много, да? Да. Уже нашел единомышленников, друзей новых. Да, новых друзей. Да. В свете ярких софитов и под прицелом фотокамер дети, которые обычно стараются не выделяться в обществе. Особенные актеры на сцене с обычными детьми. Каждый творческий номер фестивальной программы – это отдельная, зачастую грустная, но вдохновляющая история. Здесь нет места соперничеству или конкуренции. Здесь каждый уже победитель. Что терапия теплых человеческих отношений лучше любого лекарства. Когда речь идет об особенных ребятах, особенно многое зависит не от врачей, а от родителей, воспитателей и просто обычных прохожих. Цель нашего фестиваля – объединить абсолютно всех – взрослых, детей, управленцев, банкиров, общественные организации, средства массовой информации. Для чего? Для того, чтобы, наверное, показать, что самая главная ценность – это человек. Виктория Нечаева, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук ТВ».